На правобережье у полусотни домов за бюджетные деньги отремонтировали крыши, фасады и поставили общедомовые счетчики. Причем добились этого сами жильцы. Они услышали о федеральной и городской программах софинансирования, по которым в ремонт жители вкладывают только 5%. Остальное идет из бюджета. Люди собрали подписи и отправили заявку в администрацию. Так под программу благоустройства попали 52 адреса в Свердловском районе. Некоторые дома ждали реанимации по 3 года. Сегодня руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков проверил, на что пошли бюджетные деньги. И заявил, в списке адресов, по которым дома можно отремонтировать по программе в следующем году, еще есть свободные места. План минимум – привести в порядок 47 дворов и 10 проездов. Принимаются заявки. Заявки поступают в администрацию района. И, соответственно, эти заявки рассматриваются. Но в первую очередь, конечно, это необходимо. Все зависит от совета дома, который непосредственно находится в домах.